Путаешь приставки? Боишься суффиксов? Не знаешь, как правильно поставить ударение? Для тебя учитель словесности Космос Космосович Акеке. Вы не знаете, Космос знает. Привет! Это я, ваш личный учитель Космос. Говорят, праздник день рождения – это грустно. Я не согласен. Это смотря как поздравить. Например, если сказать «поздравляю с днем рождения», то и правда есть повод расстроиться. Не вижу также радости в том, чтобы пойти на день рождения. Не нужно портить праздник безграмотностью еще до того, как он начался. Ведь вполне возможно, что вас пригласил образованный человек. Когда тебе за 30, и так каждый день рождения не в радость. А тут еще вы со своими почти неприличными ошибками. Кроме того, вам могут отплатить той же монетой и подарить нелепое поздравление. А что вы хотели? Закон бумеранга? Или я ошибаюсь? Что за вопрос? С днем рождения! 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 Я неправильно сказала, можно переснять? Нет. Пожалуйста. Кто знает правильный ответ, молодец. Ну а кто ошибся, делайте выводы и работу над ошибками. Правильно говорить «день рождения». Важно помнить о местоимениях и говорить «твой день рождения», «твоего дня рождения», «твоим днем рождения». Ведь речь идет о дне, в который человек родился, а не о самом факте рождения. Иначе поздравлять нужно было бы с рождением. А это, как понимаете, совсем разные вещи. Плодитесь и размножайтесь. Празднуйте и поздравляйте. Ходите в гости и приглашайте гостей. Главное, любите и уважайте свой язык. Следующий урок уже скоро. Bye-bye.